Hari inshuti ya papa n'umwana we bamuzanye mu rugo, papa amuhishira amvuga ati nyine ariko n'uwo mwana aracyariho, usibye se nyine niwe bahereye inaha bamanza kwica. Papa we yari umututsi. I dreamed about being a movie hero when I was young, but I didn't imagine I was going to be in this dramatic horror movie. В этот день происходили сильные обстрелы. Проезжают танки с флагом не твоей страны, не твоего государства. Ну, было страшно. Примерно за год до начала военных действий мы продали квартиру в центре города, приобрели дом с целью развивать детей на открытом воздухе, чтобы могли выйти в своем дворе погулять. Мы покидали Донецк, когда это было 7 августа 2014 года. В этот день происходили сильные обстрелы. В этот момент начали сбрасывать снаряды, бомбы. Все бегали по улице, кричали, что нужно бежать. Another residential area here in Donetsk was hit this morning around 9 a.m. on Thursday. One direct hit came right into this. Быстро хватаешь вещи, лишь бы спасти детей. Одну из немногих вещей, которую мы успели взять из дома, это менора, которая мне досталась от моей бабушки. Этот подсвечник мне очень дорог. В ожидании поезда, на котором мы должны были уехать уже из Донецка, мы пробыли почти 6 часов. Насколько я помню, это был предпоследний поезд в Киев. Выезжали, я помню, как мы матрасами, которые выдают в поезде, мы закрывали окна, чтобы не, если будет обстрел опять, чтобы стекла не обсыпали, не было повреждений там, физически. Нам пришлось покинуть наш дом. Ханнера хамы зара хавае, арико се зиса ни захадезе нюма. Бакабгира пайяна авга тихоя, бьо сина абикора, на каска нюмы мабикора. Icyo gihe bamwe baramuhiga ngo ni icyitso cy'Abatutsi, baravuga ati ubwo nabona tuzashaka, ariko araduhishaga dushyira hariya ati bamwe mujye hari abandi nibapfandi bazasigari. Yahise adutwarayo, twagiye nijoro dukora urugendo tugerayo, usanga abantu baryamye mu bishanga akabasaba inzira. I come from a very big family, 7 sisters and 2 boys. We heard that ISIS took 500 girls as hostages. We managed to flee in the same day that they arrived. It was very hard, just keep running away. Every day, different place, just to have a safe place. Everything that you love just vanished. Ты просто едешь вот в никуда. Не знаю вообще, ни где ты будешь спать, ни что, как будет у тебя дальше в жизни. Не смогла трудоустроиться до сих пор. Бывает, что да, тебе могут сказать: нет, мы тебя не берем на работу, потому что ты из Донецка. Я вижу, у тебя на дипломе написано Донецк, и вот донецкие не будут работать у меня. Я через Facebook узнала о том, что будут проводиться бесплатно курсы и при поддержке еврейской организации. Есть такая поговорка: Новый год, новая жизнь. С приходом 2018 года я зарегистрировалась на курсы. Само занятие буквально было чуть больше часа. Дорога могла занимать 2-2,5 часа.
Ну, все равно мы ехали на каждое занятие, чтобы получить новые эмоции, новые знания, вдохновение. Данный курс очень-очень сильно помог. Помог в плане и продвинуться вперед эмоционально и психологически. Ты понимаешь, что ты не один. Сейчас у меня 24 часа в сутки есть ощущение, что я являюсь маленькой частичкой, но очень большой всемирной еврейской общественности, можно сказать. Ngo twari twumvikanye yuko ubwo tuzabana ku ya mbere y'ukwa kane twumva ko yabonye umushahara gashyira ibirahure icyo gihe umutesiriza bafite umwaka umwe n'ukwezi n'igice Nyuma yo kuva mu rukiko yararwaye ese yararwaye cyane numva nta n'ikintu maze kwisha numva ndutwa n'upfuye nkavaho ariko umutima ukongera ukagaruka ku mwana numva ndihangana kugeza ubwo Na Steve naje kongezaho nkumva ngo hari itsinda ry'abantu bakora 2015 by'ubuhinzi ngo naje kubyinjiramo bashi kwisanzura n'abandi turahinga igihe bigenwe ubwo mwajyaga mudusura kaza kutureba icyo gihe bimpa gusabana no kwitinyura ndavuga nti reka jye ntangira gukodesha igice cy'itarasi nkahinga kandi nabana narabashije kubona ubushobozi bwo kwishyura deni nari mfite kwa narabonye ubushobozi bwo gushyira umwana wanjye mu ishuri iby'amazi n'umuriro n'inge nabishyizemo amazi n'inge nayazanye n'umuriro n'inge nawuzanye ntago twabona uko tubashimira cyo navuga byatugiriye akamaro kenshi n'ababyeyi because of my brother he was 16 years old at that time we got the visas to come to the UK Mahmoud is a very kind person works for the World Jewish Relief a friend that I can rely on When I need help, he's always there. Taught me a lot of things too. I've done a training, how to do an interview, how to be a good team worker. That gave me that energy. Start working, not be afraid, to trust yourself, even if you don't speak the right English. He told me I have good news. There is an opportunity in Waitrose. They were very happy with us. And all that because of the training that we got and the support from World Jewish Relief and Mahmoud. That was the first step that started my future here. A word thank you is not going to be enough for the World Jewish Relief. They've given us a second chance to start your life all over again. The organization is doing hard work to help people from all around the world. Whoever you are and whoever your identity or your religion, they don't care about that. They just help you for the one you are and what you need. And that's what should be right. So thank you is not going to be enough for that. So it means a lot to us, yeah.